Популярная исполнительница Юлия Савищева ждет первенца. Поводом для слухов стал последний выход в свет Юлии. На презентацию фильма и выставке картин популярной артистки Натальи Бочкаревой девушка надела свободное зеленое платье. На фоне совместного звездного бэби-бума Юлии Савищевой также приписали интересное положение. Фанаты эстрадной певицы стали подозревать беременность Юлии, когда она стала носить свободное платье. Мало того, зоркий глаз поклонников все-таки отметил слегка округлившийся живот. Стоит припомнить, что певица состоит в браке с композитором Александром Аршиновым. Кстати, в недавнем интервью артистка призналась, что они с мужем морально готовы стать родителями. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и получайте ежедневную порцию интересных новостей и фактов со всего мира. Всем пока!